Много человек просило видео про перья. Ну вот я сняла. У нас огромное пополнение. Все это перья тропических, очень редких, многих экзотических птиц. Это попугаев из московского зоопарка. Там я выиграла конкурс на то, чтобы приехать туда и расскажет про содержание того животного, которого ты выберешь. Я решила про дом птиц, естественно, узнать про, в принципе, птиц, но в основном рассказали про попугаев. И дали очень много интересной информации, конечно же, перьев. Ну, к обмену я, естественно, готова, поэтому кто хочет, напишите. Итак, начинаем разоглядывать перья. Вот эти цветные, самые яркие, самые экзотические из моей коллекции, это перья попугаев, которые называются амазоны. Вот эти я не меняю, а вот одно из них могу. Это два пера какого-то тоже вида попугаев, может быть амазона, а может быть и нет, я уже не помню просто. Одно могу поменять. Вот это очень редкие попугаи. Есть далеко не во всех зоопарках. Редкость большая. Это попугай Дракула. Или грифовый попугай. Его истребили как раз из-за его таких вот красивых очень перьев. Это все его. Вот это не меняю. И вот это большое. Хотя и вот это тоже. Вот черное могу. Также это два пера малого солдатского ары, это из хвоста. Это вот два белых пера, какаду Гоффина. Это из какого-то тоже какаду другого. И вот это, я думаю, тоже от какаду, от какого вида, я не могу сказать. И вот это вот самая большая моя коллекция. Это перья как раз с этого зеленокрылого ары. Тут крылья, хвосты. Или нет, вроде хвоста нет, здесь только крылья. Вот они. И очень красивые с другой стороны. Смотрите, какое необычное перышко. И здесь оно еще красное. А вот это вот от сине-желтого ары, он такой голубо-желтый. А вот зеленокрылый, он красный с зеленым, синим на перьях. Вот это вот мое любимое. Из хвоста. Ну, а вот это перья из хвоста потоконского скального попугая. И вот итог, то, что у меня нового. Очень много перьев. То, что я могу поменять, я сказала, поэтому жду. Также у меня есть еще вот такое классное перо. Оно даже, не знаю, как его влезет в кадр. Вот. Такое огромное. Это... перо павлина. Я хожу на станцию юнатов, и там живут два павлина, самец и самка. Это вот из хвоста самца перо. У нее была линька, поэтому мне подарили вот такое перо красивое. Знают, что я увлекаюсь птицей. И вот так она красиво блестит на свету.